Всем большой привет, друзья! Сегодня готовлю мясо под шубкой. Нежное мясо и аппетитная корочка. Оно очень сытное и готовится довольно просто. Мясо нарезаем на кусочки. Вес мяса 500 граммов. Можно брать свинину, куриное филе. В общем, что любите, то и берите. К мясу добавляем соль, черный молотый перец, пару зубчиков чеснока, натрем на терке. Добавляем кетчуп, хорошо перемешиваем. Одну луковицу нарежем на кубики. Вес луковицы примерно 160 граммов. На сковородку горячую наливаем растительное масло, отправляем лучок, жарим до золотистого цвета. Выкладываем на мясо и разравниваем ровным слоем. Сырой картофель натрем на крупной терке и вот так разровняем. В миске смешаем сметану и майонез. 1:1. 3 столовые ложки сметаны и 3 столовые ложки майонеза. Картофель солим. Сверху выкладываем сметану с майонезом. Разровняем. А сверху натрем еще кусочек картофеля для румяной корочки. И сразу же отправляем в заранее разогретую духовочку. Температура 200 градусов на 1 час. Мясо готово. Оно подойдет для семейного обеда или ужина. А еще его можно подать на праздничный стол в качестве горячего блюда. Если понравился рецепт, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч!